Мы находимся на территории аэроклуба, расположенного в деревне Волосово, на его территории. Так выглядит подход к взлетной полосе. Сейчас мы туда пройдем. Работают они 4 дня в неделю. Среда, четверг, суббота и воскресенье. В зависимости от погоды, конечно. Если гроза, тучи, полеты отменяются. По стоимости получается у нас что? Значит, один прыжок стоит 3000 плюс 300 рублей страховка. Прыжок где-то занимает, взлет, подъем до 700 метров, прыжок где-то около часа. Если вы хотите совершить прыжок, вам надо приехать половину девятого. Построение. Дни полетов здесь работает летнее кафе. Есть гостиница, я покажу ее позже. Можно остановиться даже на несколько дней. Вот, и процедура идет так. Значит, вы приезжаете к половину девятому, не позже 9. Идет построение, инструктаж, всякие подписи, там документов необходимых. Это до 12 часов все продолжается. И в 12 первая группа, не более 10 человек, загружаются в самолеты Ан-2. Их на аэродроме 2 штуки. Сейчас в эксплуатации только один. Вот, и совершайте полет. Первый полет, через час второй, и до самого вечера, пока как бы все группы прибывших не совершат полеты. Но на прыжки есть ограничения. Если у вас вес более 90 килограмм, одиночный прыжок вы совершить не сможете. Только тандемом. Это получается как бы в связке с инструктором. Потому что большой риск всевозможных травм. И если вы все-таки решитесь с весом более 90 килограмм прыгнуть тандемом, то стоимость такого прыжка составляет 9000 рублей. Вот здесь тоже парковка, там дальше парковки. Подойдем ближе к полю, посмотрим там. Вот выглядит непосредственно поле, где расположена травяная взлетная полоса для самолета. Самолет в настоящий момент в ангаре. Здесь диспетчерский пункт, башня контрольный. Это вот такой вот тренировочный самолет для подготовки выхода и прыжка непосредственно с борта самолета. Там за деревьями еще один стоит такой же, но этот вот как бы рабочий такой. Здесь есть тренажеры для подготовки как бы, летчиков тоже вот, для вестибулярного аппарата, проверку. Турникет, беседки. Если собираетесь сюда, то вы, в принципе, рассчитывайте на целый день. Могут быть какие-то перерывы в погоде, в технике. Может быть, очень много групп приедет раньше вас. Ну, здесь и отдых хороший. Кругом лес. Чистый воздух свежий. Очень красиво. Даже походить, побродить, понаблюдать за взлетом, посадкой самолета, по прыжкам парашютистов. Зрелище достаточно объемное. Я постараюсь подъехать позже сюда, когда непосредственно будут полеты, и заснять вам, показать, как все это выглядит. Так что, так вот, ждите продолжения. Ставьте лайки, пишите комментарии. До новой встречи. Пока.